метров. Ну, давайте будем отводить ей роль фаворита. Но с Российской универсиады 2018 года. Вот первая команда. Еще одна представительница Смоленской академии физической культуры, спорта и туризма. Кристина Можаева и София Ерунова. Команда номер два. Это все представительницы Смоленска. Третья команда, я вам ее уже представил. И еще четвертая команда в этом забеге. Вот она, кстати. Александра Иванова. Красный, зеленый, синий и желтый нашлемники. Александра Иванова начинает за четвертую команду бежать. Это желтая нашлемники, четвертая команда. Красные нашлемники, это команда номер один. И вот сейчас запускает Шишкина Захарову. Я думаю, Захарова именно будет финишировать. Сейчас вот такие разогревочные для нее круги. Но могу сказать, что скорость участниц приличная по сравнению с дистанцией 1500 метров, которую они бежали, пока занимали такие здесь. А здесь сейчас у нас идет борьба уже. Ну, вот надо смотреть, да, по цвету нашлемников. Красный нашлемник, команда номер один. Желтый, команда номер четыре. Команда номер 3, но номер 4 будем ее так называть. Команда номер 3 это зеленые нашлемники, я так понимаю, и синие это команда Смоленска. Лидирует сейчас наш фаворит. Захарова принимает очередной свой старт. Но вот втроем кучно идут спортсменки. Смоленск на втором месте, уже на третьем. Нет, Смоленск у нас зелененький, они третьи. Да. Вот пытаются Смоленск Делюкина зеленый. Обойти соперницу по внешнему радиусу. Вот смотрим. Да, и смешанная команда номер два, она в синих. Ну, пока лидирует у нас, на кого мы рассчитывали, ставили фаворитами. Это команда номер один микс, в которой у нас участвуют Захарова Евгения, Юлия Шишкина, Кузнецова и Александр. Падение у нас. Падение у нас. Желтая команда. И зеленая. Две команды. Падение. Первая команда у нас как лидировала, так да, лидирует. Да. Сборная. И очень большой отрыв теперь у них. Четвертая команда у нас идет вторая. Ну и Смоленск выходит на втором месте. Смоленск это отстает, они идут четвертые. А, это уже круг, почти они круг. Они на круг отстают, да, на круг да, отстают. Да. Но вот здесь совсем уж кишмиш такой образовался. Тем не менее. Лидирует у нас первая команда. И очень близка к тому, чтобы свое четвертое золото на этих соревнованиях завоевать, Евгения Захарова. Очень большое преимущество. Сейчас на круг будут обходить, я так понимаю. Да, они догоняют соперников третьей команды. Ну, Смоленск пытается догнать вторую команду, но разброс очень большой. 8 кругов до финиша. Захарова сейчас на дистанции. Не исключено, что и не она будет финишировать. Ну, уверенно она проходит повороты. Очень уверенно. Передает эстафету. Второй идет команда номер два. Проигрывает 5,47 секунды. Смешанной команде номер один. Лидеру. Ну, а Смоленск уверенно четвертый. 12 с лишним секунд отставания. Вот если бы не это падение, конечно. Ну, я думаю, повтор будет. Мы посмотрим, что там случилось, чтобы понимать, было ли нарушение или это случайность. Красные нашлемники. Вот команда лидер. Нам ее ведут сейчас. Да, три круга. Пистолет прозвучал. Три круга для лидера остается. И финиширует кто-то из представителей Челябинска. Шишкина, да?
Нет, Захарова. Вот Захарова, она последняя. Пошла. Все, два круга. Последний, который спортсменка преодолевает сама, без замены. Еще один круг. И все, финиш. И очень приличный будет результат. Да, и она обходит еще на круг участниц двух из противоположных команд. Все, финиш. Да, 4 минуты 32,2 сотых. Это очень приличный, приличный результат. Приличный результат. Но наши спортсменки еще добегают. Второй будет команда смешанная номер 3, за которую бегут Иванова, Комиссарова, Мигунова и Роботкевич. Да, ну и Захарова, конечно, приветствует трибуны. Все, что можно было, она выиграла на этих соревнованиях. Третьими финишировали смешанные.